kiss. You ready for this? I'm going to walk up to him, look him right in the eyes. Фильм Питера Берга «Морской бой», основанный на популярной настольной игре, выходит на мировые экраны. В картине рассказывается о противостоянии земных военных сил и флота пришельцев, флагманский корабль которых потерпел аварию и приводнился в Мировом океане. История начинается с того, что молодой морской офицер, которого играет Тейлор Китч, хочет жениться на дочери адмирала. Отец не одобряет выбор дочери, но ее избранник оказывается на передней линии борьбы против инопланетной расы, претендующей на господство на Земле. Участие в научно-фантастическом боевике – актерский дебют для пятикратной победительницы Грэмми певицы Рианны, которая играет морского офицера. Для нее это возможность вырваться из ежедневной рутины. Я давно мечтала о такой роли, которая позволит мне оторваться от реальной жизни. Встреча с Питером Бергом помогла мне в этом. Он предложил мне эту роль, и я была сразу заинтригована, потому что я устала от гламура. А в этой роли я живая, настоящая. Я думаю, что мои поклонники оценят это. Режиссер Питер Берг не в первый раз работает с музыкантами. Американский певец в стиле кантри Тип МакГроу приобщился к кино, снявшись у Берга в двух лентах «В королевстве» и «В лучах славы». Для режиссера профессии актера и музыканта очень близки. Я не знаю, я фанат ее видеоклипов, и мне показалась интересной идея пригласить ее в картину. Ее здесь просто не узнать. Нет всех этих красных париков и высоких каблуков, Рианна в отличной форме, у нее короткие темные волосы, и она выглядит как сотни женщин, которых я встречал на флоте. В мировой прокат картина выходит 11 апреля 2012 года.